увеличение госпошлины за развоз с 400 рублей до 30 тысяч рублей приведет к двум вещам. Во-первых, люди просто не будут регистрировать браки, и потом придется вводить соответствующие госпошлины за рождение ребенка вне брака. А во-вторых, настолько циничное издевательство над людьми уже привело к тому, что слово «Медведев», по сути дела, воспринимается гражданами как ругательство. Сейчас в интернете собрано почти 150 тысяч подписей за отставку правительства господина Медведева. И главная проблема этого правительства – это его премьер.